Эпидемия коронавируса изменила привычный уклад жизни всего населения Земли. О коварном заболевании знают и в крупных городах, и в самых отдаленных населенных пунктах. Исправить ситуацию возможно только сообща. Ключ к завершению пандемии – коллективный иммунитет. Самый надежный и безопасный способ приобрести его – сделать прививку. Раз мы сейчас столкнулись в данный момент с такой ситуацией, это нужно, необходимо это сделать, потому что даже там несколько лет назад, десятилетия, это же приходили всякие эпидемии. И кроме как там вакцинация вот такой вот массовая, ничего не спасало. Простой и быстрый алгоритм – заполнение анкеты, беседы с терапевтом и сбор анамнеза, измерение давления, пульса и уровня кислорода в крови. Многим из пришедших за иммунитетом эта процедура уже знакома. Кто-то пришел ввести второй компонент вакцины, кто-то – на ревакцинацию. Мы работаем уже второй год в таком режиме. Прошло, в день проходит 130 человек, вот с 8 до 3 часов. 130 человек каждый день, бывает и больше. И молодежи много, и пенсионеров само собой, но в основном идет, до пенсионного возраста. И молодежь тоже. Вот последнее время увеличилось количество молодых. Желающим сделать прививку при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис. Данные этих документов нужны для заполнения врачом формы, которая необходима для присвоения QR-кода и получения сертификата о прохождении вакцинации. Напомним, что сейчас без QR-кодов нельзя попасть в гостиницы, театры, музеи и кинотеатры, а также торговые точки площадью более 150 квадратных метров. Исключения составляют аптеки, продуктовые магазины и объекты торговли непродовольственными товарами первой необходимости. Марина Василевская, Сергей Кувакин, Народные новости.